На шоу «Украина має талант» дети, зрители и судей покорила двухлетняя украинка Арина Шульгевич. Девочка знает все столицы мировых государств. В течение 3 минут маленькая конкурсантка отвечала на вопросы жюри и ни разу не ошиблась. Начали с легкого, столица Украины. Но потом девочка отмечала, какая столица Кении, Мозамбика, США, Ирака, Гондураса и других государств. Эквадор. Кито. Непал. Катманду. Венесуэла. Каракас. Вермения. Эневан. Индия. Дели. Вьетнам. Все, я пишу в школу. Ханой. Куба. Гавайи. Тишина. Нова Зеландия. Веллингтон. Австрия. Виден. Ливан. Венус. Малышка получила 3 «да» от всей судейской коллегии и прошла в следующий тур.